На территории города Череповца в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны две женщины 1990 года рождения и 1995 года рождения, которые пытались сбыть наркотическое средство, так называемые спайсы. При их досмотре было изъято порядка 500 грамм данного вида наркотика. В дальнейшем в ходе работы было установлено, что данное наркотическое средство они приобрели у жителя города Вологды, при задержании которого было изъято еще целый килограмм данного наркотического средства. В настоящее время возбужден ряд уголовных дел, ведется следствие.